Добрый день, уважаемые любители футбола. Завершился 50-й матч 3-го тура, который наша команда проводила с командой Химки М. Ваше внимание представляется главный тренер команды гостей Николай Николаевич Царичев. Николай Николаевич, традиционный ваш после матча комментарий. Плохой матч. Сегодня мы сыграли 4 мяча, которые мы пропустили из-за грубых ошибок. Вы это прекрасно видели, но мне хочется сказать, что с таким настроением начинать игру при счете 0-2, допуская такие ошибки, и потом все это передается на команду, наверное, мнительные такие, но так играть в футбол нельзя. Команда, я понимаю, что только в плане как бы становления, потом спасти игру, потуги, что... Мы еще не умеем, у нас нет такого мастерства играть при счете 0-2, мяч под контроль. Попытки были, но спасти игру не удалось. Спрошу то, что бросилось в глаза, небольшое количество замен. Вы рассчитывали, что это обоим сможет совершить камбэк или по каким-то другим причинам? Ну, давайте я на этот вопрос не буду отвечать, просто так получилось. Все-таки у нас другая задача, не результат. Несколько игроков пополнили ряды первой команды. Коллеги, вопрос есть? Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, сегодня не было Козлова. Козлова можно считать нашим дирижером атак. Не показалось ли вам, что без него команда была тусклой и блеклой в атаке? Ну, вообще они должны быть готовы. Если мало ли по каким причинам игрок выпадает, это могут быть травмы, могут быть карточки. И другой игрок, который составляет конкуренцию Козлова, он должен быть готов к игре. Вот у нас сегодня так и получилось. Несколько игроков, которые попали в состав, можно так сказать, не в конкуренции, а случайно, оказались не готовы. Это ихняя вина. И с такой подготовкой, конечно, рассчитывать на что-то большее, как игра в составе в основном. Пускай не рассчитывают. Может, да. С трибун сегодня показалось, что нам не хватило наглости у чужих ворот. Некого тарана, как вы считаете, согласны с этим утверждением? Ну, может быть, вы и правы, агрессии не хватило. Но еще раз говорю, не хватило мастерства. Где-то последнего паса точного. Первый тайм очень много ошибались при доставке мяча в штрафной соперника. Сегодня показалось, что нам не хватило скоростей как при атакующих действиях, так и при выходе из обороны в атаку. Как вы считаете, с чем данное обстоятельство могло быть связано? Ну, наверное, одна из причин все-таки ротации в составе. Другая причина, будем разбираться, может быть, по самочувствию, может быть, команда не успела восстановиться после тяжелой игры в Рязани. Хотя организм молодой. Это странно. То есть они должны хотеть, желать, пускай выходя на поле, там играть 60 минут, 50, насколько могут. Тренер потом видит, устал ли игрок, не устал. Так тянуть время, как некоторые сегодня в нашей команде, это не позволяет. На мой взгляд, сегодня ключевым моментом стал второй гол Строгина. Наши ребята были обескуражены, уже не совсем до конца понимали, что им нужно делать. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какой момент можно считать ключевым? Я считаю, первые 10 минут. Первый мяч, наверное, второй. То есть осадили, как бы, и... Ну, хотя и по началу игры было видно, что как-то вышли какие-то потухшие глаза, не знаю, что испугались, и себя, наверное. Потому что боязнь играть в футбол, она приводит к таким грубым ошибкам. Только все. Спасибо большое. Очень много атак строилось через Джихью, который в поисках мяча отходил даже по центральному кругу. Это установка была такая? Мы немножко схему поменяли. Сначала играли как бы в ноу-форварда, а потом вынуждены были что-то предпринимать, как-то обострить. Ввели еще одного игрока. Ну, к сожалению, не получилось. То есть так, я говорю, подходы были, но вот остроты такой не было. Так, чтобы нужно было забить мяч. Особенно во втором тайме при счете 0-2 можно было вернуться в игру. Если мы забили бы мяч в течение 15-20 минут, можно было еще попытаться спасти игру. Но этого не произошло. У вас в 6 играх в этом сезоне 3 удаления. С чем это можно связать?
знаю, вопрос такой сложный. Я думаю, что может быть это огромное желание молодого футболиста выйти там, не проиграть борьбу. Может быть, готовность его не успевает футболист, поэтому нарушает правила. Только с этим, наверное. Надо ему разбираться, одному, второму, кто получает эти карточки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.